Порошенко будет лично отвечать за Гонтареву, Муженко и Галатея. Порошенко вместо того, чтобы немедленно отправить в отставку Гонтареву за то, что гривня обесценилась в 3,3 раза, и начать против нее криминальное разбирательство, потребовал от главы радикальной партии Олега Ляшко извиниться перед Гонтаревым. Похоже, он уже совсем потерял ориентацию в пространстве. Порошенко будет лично отвечать за Гонтареву, Муженко и Галатея. Он лично будет отвечать за всю кровь и ограбление украинского народа. Уже никуда не убежит и никуда не спрячется этот шоколадный паренек. Олег Соскин, глава Украинской национальной консервативной партии.